В интернете появилось видео задержания майора МЧС, заместителя начальника ФГКУ, 3-й отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова. Арест произошел во время совещания у исполняющего обязанности руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. На видео слышно, что его обвиняют в хищении бюджетных средств. Кроме Пименова, в хищении обвиняют еще двух человек – директора и главного бухгалтера одной из фирм. В этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкальскому краю. Предположительно, было похищено более 1,5 миллиона рублей. Фирма заключила контракт почти на 4 миллиона рублей с одной из государственных организаций. Согласно договору, подозреваемые должны были поставлять запчасти для техники, а также осуществлять ремонт и обслуживание. Последнее делали подчиненные Пименова. Деньги за работу подозреваемые делили между собой. Вместе с сотрудниками ФСБ во время задержания присутствовали сотрудники Следственного комитета России. Факт задержания подтвердили в региональном управлении МЧС России.